Крошечные семена чиа удерживают влагу в 12 раз больше своего веса. Эйвен использовал эти семена в новом креме Nutra Effects. Я так нормально слышу? Да, обычно. Так. Ты заходишь? Синхронизация идет. Попробую кабель подключить. Так что, у тебя не работает нифига? User disconnected from your channel. Ясно, понятно. User entered your channel. Today. Ты зашел? Да. Я слепой или что? Я тебя не вижу нифига. Давай я кину. О, появилось. Ты-ры-ры-ры-ры-ры. Ну чё? Чё? О. Чё тебе так брит этот приелся? Он же не очень. Жёсткий. Чем он жесткий? ДПМ? Просто жесткий. Еще раз стой. Не знаю, потому что... Не знаю, что хочу. На самом деле просто ни на чем не хочу, а надо. Из этой серии. Хотя бы на чем-то типа нестандартном. Крошка, картошка. Так, и чем мы мучим? По стандарту направо. Бой начинается. Да. Как же круто, вы умеете нажимать на кнопки всякие. Ой.
О, арта. Алло, не на нет. Сразу замечательная эта карта, там такой сразу без разогрева. Чё, Настик падает? Броня не пробита. Цель захвачена. Отставить цель. Есть пробитие. Замечательно. Ну, я пойду попробую по линии. Хотя тут сотка поджимается красиво. Пойду пробую с ней. Я тоже хочу поджаться. Там есть прострел у нас с Т1? Династика вроде как есть. Цель захвачена. Есть отставить цель. Эк, не. Сейчас просто, блять, выключи этот стрим. Вот уже я не хочу играть в это говнище. Вообще на характере поехал. Пробитие. На КД. Цель понял. Есть оставить цель. Есть пробитие. 92, 7 хп. Сава. Арта раскидывает. Пробитие.
Да он так стоит за трупиком этим. Кстати, мы вообще нифига не делали. Так что ты тут делаешь? Лола, почему мне он не рисовался? Контур его. Просто блевотина, блевотина. Можешь рыхать. Ой. Надо стелла вообще успеваешь? Что? Надо стелла успеваешь вообще на этом крыть? Ну переезд. Смотря как они едут. Точки бы ему, блять. Лол. Ну какие-то лаги бешеные. Готов. Есть пробитие. Я святу, блядь. Не пробил. Не пробил? Чувак. Они могут в тебя сейчас попасть. Ты что, светишься? Пробитие. 75-я подъехала. Продлевается. Чувак, ты просто тут ездишь перед прицелом, я не знаю. Ты с оптикой? Я не... Надо посмотреть, кстати. Ты бы не высветил, ну я думал продлить, типа. Ты бы сам не продлил. Не, ну у меня типа разброс. Пробитие.
Ну, вот на засветы сегодня на гору. Броня не пробита. Наши какие-то там на характере едут. Гоу на 75-ку едем. Ну их 20 секунд. Приехал. Просто аутист мод и самый лучший мод. И на лорку. Он поехал специально так, чтобы дохнуть. Чувак, дай мне один этот хэш в него бахнуть, а? Сколько? 500? Понял, блядь. Ты бахнул? Да. Как же он меня не пробивает, да? Сводился что-то зачем-то. Слышь, я танчу. Изи, просто. Уничтожен. Да, нубов иногда танчит этот танк нормально. Которые стреляют в ЛД. Так. Лол. На СТБ покатать. Сейчас я чувствую, будет бомбежка. Клавы полетят, мышки. Хули, он же лучше, чем ФВ. Да, да нифига он не лучше, чем он лучше, лол. Мобильный. Ой, единственное преимущество у него на ФВ это то, что он ездит быстрее. Шляпа нет такой. Блин, я считаю, что у меня что-то на нем более-менее нормальное. Я сейчас ее солю всю до 4200. Буду такой же, как все. Так ты хоть у меня СТБ один нормальный более-менее, кстати. Там 4550, что ли? Ну как, оно-то ненормально.
Но я смотрю, у всех на СТБ-1 мало, поэтому нормально. В бой! А и вообще пофигу. Не, ну он СТБ-1, он просто не фановый нифига. Потеть надо. Да не. Ну да, потеть надо. Потеть надо на всем, просто здесь вот эта вот стрельба, она такая неприятная. Не знаю, я на нем только в укрепах катаю. Я два раза в рандом вышел, мне два раза в арта шотнул. Через два боя. Как вообще дамажить, если б не арта? Цель захвачена. Уничтожен. Ты что, не станул что ли, или что это? Или я свету до сих пор просто? Вроде сташки есть, и где они все? Титанс, ты всех испугал? Есть пробитие. Броня не пробита. Блин, у меня... сорок к нему. Не валил. Цель захвачена. Есть оставить. О! Иди чек. Тебе повезет. У нас династик по базе ездит. Опустилась у тебя жестко так при том. Тут выезжать больше нельзя, арта кидает прямое. Из 54 еще фуловая. Короче, мне что-то вообще все тут не нравится. Так. Может поехать потом в флангу, я не знаю, пробовать. Ну, поехать до арты потом. Тут все очень плохо. Все четверо это убивать. Ебать. А что такое? Да не летит нифига. Полная сводка уже. Пробей, братан. Ебаный в рот. Не врывайся ты, не теряй хп. Не потеряю. Потому что нам надо сейчас тащить как-то. Если этот пацан пробьет, то я не потеряю. Он не пробил. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Цель захвачена. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва Алло, увеличен. Я КД. Ну блять, а там бы чат, я типа уходил от него. Четвертый раз он пробил.
Бычат КД, он фугасами стреляет. И он мне, короче, фугасами дал в борт, блять. Надо бычат убивать. Не знаю, святуя нет. Ну еще подаем. Цель захвачена. Пробитие. Вафля. Аккуратно. Гусеница сбита, движение невозможно. Есть оставить цель. И не эти цели. Максимальная скорость снижена. Уууу, изи нахуй. Что-то как-то, блять, я совсем неправильно поехал. Ты, блядь, вообще вышел. Ну, типа, у нас счет 5-14. Ну, это мы должны были убрать со 140 мной и тобой, и мы нифига не убили, по сути. А как мы его можем убрать, блять? Он стоит, ты видишь, как он стоит? То я, блять, не могу его убивать никак, нихера, абсолютно. Мне нужно падать в яму. Нужно было туда падать, я, блядь, вообще нихуя не сориентировался. Я, блядь, первый раз здесь на переделанной карте этой. Ладно, пофигу. Go next. Не, ну реально. Я что-то, блядь, упал. Что-то вообще все по-другому как-то, блядь. Я вот последний раз здесь на серпантине был, не знаю, наверное, год назад. Да. Но он как-то там, блядь, слишком профессионально для фугасера сыграл. Он стрелял фугасами! Чувак, он стрелял барабан фугасов. Хуй его знает. Что хуй его знает? Я, блядь, знаю нахуй. Он стрелял барабан фугасов. Отыграл хорошо. Он тебя. Он просто там стал, он должен на бычате был убегать. Он на самом деле это, ну, полный бред. У него зарядка, он на бычате стоит там. Так а что, если что, он съебет? Как он мог съебать? Он не мог съебать никуда. Он просто вот, блядь, он угадал с этой позиции, что итогово там нельзя его убить никак, сейфово, только вниз упасть оттуда. Ну я там сейвлюсь часто. Там у меня еще плюс пушка наверх не поднимается у СТБ. Вниз опускается, вверх не поднимается. Хуй-то. Не, ну там, блядь, охуенно, конечно, его убивать было под вафлёй. Короче, итогово, что нужно делать? Нихуя не нужно делать было. Я бы еще, блядь, если бы стоял где-нибудь сейф и настрелял бы 1000-2 урона по-любому, пока они ехали на меня. И все было бы хорошо. А, вот так вот. Это, блядь, ебаный СТБ-1, который, блядь, по профилю как 62-й, еще меньше даже, наверное. Изи попадает, пацан. И вот этот вот так же вот попадает. Мне тут 38 приехал. Он уехал. Так. Есть пробитие. Как я ему пробил? Бред, блядь. Лё. Почему он такой хилый? Там что-то стояло, стреляло.
Там что-то типа 90-ка, раз мне не... А, не 90-ка, там то там... Что-то слабое. А, понял. Стоковый, что ли? Ну. Инна, красава. Гамал. Авкает. Да. Есть пробитие. Пока я не вижу что-то. Есть пробитие. Что-то странное, не бой какой-то. Ну, в принципе, что странного? Обычный бой. Что такое? Что такое? 15-0 почти счет. Вот что такое. Так, нормальный бой. У нас просто все поехали в лес и поехали. Чё нормального-то, блядь? Не повезло. Есть пробитие. Вперед дернулся, блядь, педрила. Не надо в него бахать, алло. Там хэвик. Я не лежал. Хэвик вонючий. Просто фу-фу-фу-фу-фу. Я уже думал, штурм какой-то. Стандартный бой. Ёб твою мать, с этого респа у них еще взвод нереальный. Ну это, по-моему, УХГ. УЦГ. Что там взвод? Сортовый 1-1 с соткой. Там взвод киберкотлет. А, точно. Ну, типа, вообще даже близко не подозреваешь, что здесь делать можно в этом бою. Гоу, типа, они же там будут сверху ловить, можно низ пропушить, пробовать. Ну, вот именно, что они могут не хочешь же быть. Что-то странное мутит бачат этот. Кидать отстреливается, типа. Да, чё не. Тоже там люблю отстреливаться на бате. Посветишь? Тоже, тебе надо было ближе проехать. Не вообще по ногам, тун тройка. Расстреляли, да? Да. Надо было прочекать. Просто прикол в том, что если даже тут никого нет, они просто не дебилы, придут за контрпушит. А мне высветит, интересно. Сколько у тебя нет, то он мне после выстрела не засветил. Ну, тебе нужно проехать в кустики с города, светить. Вон ЛТБ у нас должен посветить ту шляпу. Ну, что-то я это не смог. Бат берется. Пробитие.
попробую подсветить. Там только лев не будет светиться, если что. Вообще, к льву надо приехать просто и убить его. Давай, это балкон сейчас стреляем. Давай, да, быстрее. Просто мы очень медленно все делаем, пиздец как. Тут никого. Балкон. Брит. Короче, надо льва пушить. Он авкает. Борщ. Лол. Видишь? Нет. Нам повезло нереально, что у них брит такой. Туда же? Он умер. Сколько у него? Ты попал в льва хоть раз? Да. Арта. Попал. У меня две. Ты не уехал? Лол, мне первый раз после обновления серверного прицела рассинхронировали. Они, короче, странность какую-то сделали. Они должны были сотку оставить здесь, которая стояла бы аккуратно, и мы бы ничего вообще не сделали. А бы чатами там разыгрывать. Блин, остановился. О, какие лаги. Шнур, походу, лагает. ПД соток. Бат поедет тоже. Лол, здесь просто личик. Да. Блин, я ж могу сейчас камикадзе взять. Рикошет! Рикошет! Как же он? Как же он танкует? Ах, да. Чё ты набахал? Что за воды у них такие неприятные? Две 54.1 не нравится тебе? 3.54, 5.54 мне не нравится. Такие чуваки, что и загангать могут сейчас.
Бой начинается. Блин, вообще не хочется на мид ехать. Почему? Ну, я уже помню, в прошлый раз катался на мид, на меня просто такие пацаны вывалились, убили и сами сдохли. Насрать на так все. Это везде может быть. Цель захвачена. Капец, он дрифтанул. Был мне стрельнуть, конечно. Есть оставить цель. Я, короче, ничего не высветил. Левее меня приехал. Пробитие. Сверху одна 54. Так. Бать, те звуки там. Что, на колонках? Да. Не хочешь проехать за камень? Я ей говорю, я спрашиваю, ты чекал? Был кто-то? Нет, вы что? Тут уже стрёмная такая фигня. Добью. Лол. Ну, что делать? Ненавижу это место. Да здесь так сыкотно, это просто пиздец. Ну, когда интересно? Да, у него должен быть невесомый. Цель захвачена. Пал. 54 у него ПТ-шит взводный, он аккуратно. Есть пробитие. Да я только вообще. Фигня. Типа под артой, блять, я. Походу забыла, что стоит. Арта КД. Да, я слышал, как он кол. Вон она. У меня 10 секунд еще. Цель захвачена. Есть оставить. Пиздец. Они ещё сотные, блядь. Там кто-то крупнокалиберный по мне стреляет, я не выкупаю что-то. Ой, да ну те. Тридцатка это, скорее всего. Я очень плохо в этом городе ориентируюсь. Я нифига не вижу ничего. В нем. Все в зелени, я просто вот реально слепой там.
Мне постоянно кажется, что меня вот, блин, в этих домиках кто-нибудь убьет. Тогда нужно просто на пофиг выезжать, ничего не бояться. Да нет, там все прострелы идут. Тут отсюда вообще изи прострелы в тот город. Если ну ты, попади ты, оттуда, ты, блядь. Ну я в основном вот где-то сейчас тусишь, играю. Ну вот, блядь, ебаный СТБ. Как вот, блядь. Ладно, если бы ты промазал, я бы вообще ничего. А вот он попал, но он попал без урона. В борт. Уничтожен. Блядь, фу, просто фу. Где эта ФВХ ехала, что он 4000 настрелял? Бой начинается. Мне он больше нравится, когда этот пацан светится. Как ты его в башню ждешь, там же маска. Ну, какая маска? Ты в жопу заезжаю, как всегда. Я с тобой хочу вообще-то. ВКшка это нравится, я хочу куда-то к ней туда. Да чё ж на меня агарит? Шо ты? Говно. В деф ехать срочно, срочно в деф. Мне кажется, не буду брать. Блять, разворачивайтесь, вы дауны. Что-то я вообще залип. Ну как, я видел, что там по зелени много танков, но. Не светились как раз таки. В смысле, у них в городе мало танков, и там светились танки. Понятно, что должны быть. Короче, главное затянуть, пока я. Пробитие. Цель захвачена. У меня 71-й.
Да убью его сейчас. Хэвика сбил вроде. Если не сбивал. Сбил Хэвика. Хэви минус 2, кажется. Ну, сейчас тихо. Готов. Сбил тихо. Готов. Ну, я собью все DC-10. Не сбил. Никогда. Артач. Конечно. Единственное верное решение бы принял, конечно. Зафидить пойти. Вот, конечно, в таких условиях СТБ-1 мадет, что ДПМ. Ну, погоди, от меня. Ну, а какой-нибудь совок тут бы еще жестче раздавал. Гоу. Люблю совок по игре еще полезней. Да, типа дебильному отыграли. Нахера они в пятером на захват стали? Поехали бы там вперед, хотя бы кто-то на блок. Хэвик тут же. Они стоят в поле, нихера не делают. Куча времени было проехать. Руины занять. Сколько там времени? 4 часа. Камень поедешь? Да. Я да на воду поеду. Цель захвачена. Уничтожен.
Есть пробитие. Я понял, что в этой игре нереалистично очень. Тут звук быстрее, чем снаряд летит. Я услышал звук от 49-ки, сдал вперед, и только снаряд до меня долетел. Есть пробитие. Хотя, по идее, скорость одинаковая. Так. Я еду на 3-4. У вас сзади там каламбур. Пробитие. Цель понял. Есть пробитие. Есть отставить цель. Готов. Захвачено. Это просто такие парни жесткие играют. Блин, сухо на меня палит. Пробитие. Готов. А, 75-кой помощь. Не пробиваю в капок. Боже. Ой, ну не зачем это такого бахать? Пробитие. Подной на 8-й зал. А нет, там во флеш. Я себя ненавижу вот за такую спешку, просто вот, блядь, готов руки отрубить сам себя. Там это, типа, опять рвутся, по-моему, на базу. Ну, я тут зайду, держу. А, нет, они не рвутся. Есть пробитие, понял. Есть отставить цель. Изи, блядь. Возвращайтесь. Они не могли спуститься? Они могли убежать, но зачем? Дауна. Мешало проехать на захват, 1.90 к 400 хп, и они этим не пользовались вообще. Они поехали на ИСУ. Так, я пошел за чаем. Пока трехминутку вставлю, парни. Не впадлу, позырьте там. Звук выключили, позырили.
User in your channel timed out. Премьера. Go follow stream. Спасибо. The donation. Let's go. Вот один раз. Гонг. Так, Рикола что-то отвалился. Без него боёк сыграет, да? Да я не смотрю эту бабку, просто увидел раз. И сейчас скинул чел. Такая... Чё, она не дура. Она красава. Фармит бабки. Нормальные. Так, и что у нас куча эстех? А, штурм. Бой начинается. Вот в этом весь СТБ один. Казалось бы, там, где промазать нельзя, он промахивается. Ну это просто карма мне вернула. С процентами, так сказать. Надо ФВ-ху по-бырому забирать. И в Девчанский. Блин, через эту Е3 мы хрен проедем. Броня не пробита. Броня не пробита, понял.
черти кранты. Пришли, короче, 120 рублей. Пробежали и ушли. Цель захвачена. Движение разбито, движение не возможно. Уничтожен. Так. Мы не хотим, да, ехать по этому флангу, мы хотим в лоб на Е3 пушить. Бычат, вот ты с мозгами, я с тобой. Где они вернулись из Т-шки? Что они сейчас где-то на С9? Надо верхотуру занимать и разводить их. Но это хп не будешь терять, бат. Есть пробитие. Альфач. Ну это ты норм мучишь, конечно. Меня бы чат забирает с барабана, он 100% сейчас сюда полетит. 1000000% он сюда полетит. А, он ваншотный. Сука! Пробитие. Есть пробитие. Цель понял. Есть оставить цель. Танк уничтожен. Ой, бычат этот целился так не вовремя, блять. Просто слов нет. Даунитос. Чё там? Вот. Да просто даун слился, блять, в команде, на котором вся игра строилась. И все. А ты в него поверил? Дурила картонная. Еще тайминги такие. А. Я ж танк не выбрал. Ну что такое, где кнопка?
О, нормуль. Бой! А что ИС-2 написано на латинице? Что? Ну ИС-2 вот у меня в команде написано латиницей. Это не китайский ИС-2, это что-то на Берлин, типа, я понял. Цель захвачена. Есть оставить. Пробитие. Ну алло, ну. Я не свечусь. Меня здесь нету. Лол. Бэшка топит. Фу, блять, как же мне повезло. Там что-то жесткое. Пробило меня. Там другой кто-то светил еще. Хз. Я расстроен, что бэшка пошла зафидить так. Это. Никто ничего не чекает, они могут просто приехать, слышишь, упор. Ну чё, пусть приезжают, мы убьём вас. У нас тут танки слабые. Да? Главное, чтобы ТП было. Да ну никто не пробивать не умеет. Стоп, ну. Цель захвачена. Есть отставить цель. Цель понял. Есть отставить. Готов. Да. Я на мид поеду. А. Есть, думал, ты тебя подшикнул. Ну ладно. Есть попадание, блять, вы шо? На нахуй! Хочешь прикол, блять, вообще? Ты сейчас охуеешь с моего аутизма. Я думал, что я на СТБхе. Я зарядил, типа, эти фугасы и думал, что это камули, блядь. Сука, ёбаный рогал. Да ты уже вообще с ума сошёл, тебе фугас. 7-1. Счёт. Why not? Просто у нас бэшку убили на мосту и всё, пошла как. Пробита. Ни хера их там. Типа еще все не так уж это. А, ну ты еще вот так вот, да, мразь, умеешь, блять. Лол. Если чуть А я, короче, разворачиваюсь и вливаю отсюда. Где там яга отстрелялась? Нахрен мне это четвёра? Речи, тупорылый бой, блять, я тупорылый. Как и бой. Она фуловая. Вы не хотите, яга КД. Это четвёра.
позиции, какие-то там камушки для уёбков понастроили, блядь, чтобы они стояли вот так вот, как аутисты, блядь. Блин, у нас С-8 на гонке. Как же я кончено отыграл этот бой? Ну, в принципе, на самом деле, отыграл бы его не кончено-кончено. На дамаге бы это никак практически не отразилось. На ты еще больше настрелял бы. В лучшем случае. Ну, бортом же. Бля, у меня есть аутист. Восьмой. Он уезжает просто от С-400. Фулового. Я не могу, у меня хп нет. Господи. Я не успею тут, короче. Да что такие аутисты? Ну танканул бы и все. Смотри, что он делает. Нормальный, сука, поехал, блядь. Амдусиас. Просто ровный парень. А вот бы просто этим фугасом пробил в лючок 75-ку. Это какой из них? Вот этот. 0. 47 это у другого. У твоего это вот войса 8, 46 и 1. Все нормально. Средний урон 232. Странно, что он вообще какой-то урон наносит в боях. И в него врезаются ЛТшки. Поражение. 6000, хочу посмотреть на этого. Ну понятно, вот он, 46,5 винрейт. Поехал с пацаном я, блин. Или это другой там был? А, ну 48, это вот, я вот с этим, по-моему, с Караван Транс, да, с ним и поехал. Вот так он. Просто кайт от бога от С-8. Он еще видео всякие пилит. Это не от колы эхо, это от меня эхо, потому что я на колонках. Сори, парни, ну под... если я сейчас переключусь, то я закончу стрим раньше. Потому что у меня башка болит, и когда я в наушниках, она начинает еще больше болеть. Но у них сосисты. Ебать. По той же мете? Чё? По той же мете или как? Ого. Ну а чё, мне нужно? Просто надо как-то чекать чуваков в жопу, которые тебе заезжают. А у нас никто не чекал в прошлом году. Блин, что-то вот сейчас мне сыкот наехать, но немного. Не зарядиться не успел, ёб твою мать. Оу, босс. Ё, они на меня упорятся тупо, блять, по-моему. Ну я поеду назад сейчас.
пробитие. Не пробил. У меня красная лампа что-то. Блин, алло. Отваливай, пусть падают. Все, он поехал. Ну, вроде они не захотят больше. Хотя хуй. Я когда, короче? Дети, где тут там уехал? Ну как ты это, сука, сделал, мразь ты, блядь? О! Капец, у них тут мясо. За 804 еще. У меня 10. Сейчас близко приехал. Броня не пробита. Паруются. Будь. Чтоб я стоял. Не пробил. Сука. Хули они все сюда приехали, блядь? Ой, ой. Ой, блядь. Ну, они писали кустрайк, если чё. Костых шотов не ставилось на каток. Мне там хп интересно. В катках. Да, у нас просто он аудисты, блять. В объезд нахуй. Поехали все. О! Не, в такого левела боях против взводов нельзя такие агрессивные позиции занимать. Хотя вот поехали бы они наверх, я бы угадал, я бы там разваливал жестко, и все было бы идеально. Я бы настрелял тут урона миллион. Но судьба. Ну, взводные. Друзья. Рез нормальный. Ай. О, знаешь, шарта написала. Что? Cool strike. Ну так, у них же этот троллинг такой у артопидоров. Они видят статиста, пишут ему ку, типа. Боялся. Бой начинается. Че, стачка такая, так ты не помансишь. Че, жесткая, прям такая прижесткая арта у них. Я не понимаю, у меня снаряды пропадают. Короче, у меня что-то с снарядом реально.
светит. Тебя светит? Угу. Меня светит. И это не Чаффи был, Семка, наверное. Вот одна арта уже... Короче, я ливаю отсюда какой-нибудь подальше, блядь. О, они, у них как раз еще поджали агрессивно, вон, семерка, красава. Не по идее, можно добавить... Ты в свету, что ли, или что это? Нет. А че она стреляла? Может, я в свету, что ли, был? Быть не может, поди. Ну, у нас есть вариант только по первой давануть сейчас. Может, первый давануть? По идее, там нет этих семок, все остальное пофиг. Мне вот главное перевалиться здесь. Я сейчас второй там. Все портит арта, что от нее приходится мансить. Под два шота делаешь, все, ты должен сейвиться. Хотя пацан на катке там стоит. Пиздец. Зафейлил, блядь. Ну, геморрой теперь нам создаст. Может, все девятка под пуш. Блин, у нас две барабанные арты не попали ни разу в это говно. Альфач, блять. Не знаю, мне серта, вот я, блять, прям чувствую, что она только на меня. Как? Так, это. Блин, какую херню сделал? Ну не только супарывается, стрик. Ну я ДПМлю типа, но ты один здесь остался, блядь. Полную хрень сделал. Стрелялась, нет. Надо поджимать. Я успею отсюда уехать. Ты видишь это, блядь? Этих гребаных профессионалов ротопидерских. Ура, статист уничтожен, тратой пишет. Блин, я сейчас девятка упоролась, так бы разменяли нормально. Охуеть, он мне станул. Он кидает ротопитух. Они именно поэтому проигрывают. А, ебать. Охуеть. Вот именно поэтому у них есть шансы эту карту проиграть, потому что у них арта вся стреляет в меня, вместо того, чтобы стрелять по целям, которые что-то делают в этой игре сейчас. Но у меня нету теперь орудия. Эй, не знаю.
на 54, хрен ты там стоишь, блядь. Уже мог бы поехать давно-давно в город со всеми, убить Арту. Я поехал поджимать. Стартая туда с Агрина по-любому. Слышишь, рандомит, блять! Рандомит меня, ты видел, я до сюда в кусты стрелял, арта, блять! Упоротый немножко. Какие же мрази, блять! Они уехали, кажись, эти упыри сюда. Едет, блядь, едет, слышишь? Я в свету, блядь. Сдохни, мразь. Мразь. Цель понял. Есть отставить цель. Пробитие. Есть пробитие. Цель захвачена. Есть отставить цель. Там чуваки стрим полили. Чё? Стрим полили чуваки, что? Да? Ну, наверное, даже банят. Ну, они, ну, там, короче, были деревья поломаны. Я шутился в том районе, они в эти деревья поломанные стреляли. Ну, раз стреляли, как минимум. Обидно, что я двух этих уродов не убил. Ой, очень хорошо. Да, сетап супер, а карта говно. Да, норм, такая нормальная вроде. Считаешь, что аэродром норм карта? Без артега нормально играется. А что, ну, поставить, что мне делать? Ну или балкон, или мид играть. А что делается с мида в этой игре? Ну если. Ну там делается, если с балкона не играется. В бой. Кстати, сколько мне там надо до трех топоров фармить-то еще? Я пробую в камни сыграть. Ладно, сейчас чащик не сыграть.
Не угадал, нужно было сразу на балкон заезжать, смотреть. Ами 90 что ли едет? Не. Где он там стоит? Не пробил. Пробитие. У меня дерево тут хотелось себе уронить приятное. Оно просто сквозь текстуру вниз упало. Такие. Исчезло. Ну ладно. Пробитие. Есть пробитие. Офигеть просто. Цель захвачена. Есть отставиться. Готов. Нормально, он так под раздачу попал. Полная хуйня, конечно. Он 200 урона получил. 90-ка. Цель захвачена. Есть оставить цель. Роутер перезагружаю.